Всем привет! Сегодня мы с вами поиграем в American Fugitive. В общем, я даже не знаю, что нас ждет, но ждет нас что-то. В общем, все увидите сами. Кстати, рассказывайте, как у вас дела, как настроение, как семья, как дети, как поживаете. Начать. Сейчас начнем. Мы готовы. Итак. Кстати, вся игра вроде как сверху. GTA напоминает. Повторяю последний раз. Оставь меня в покое, честь побери. Не смей больше туда звонить. Не смей беспокоить нас. Уилл, я... Что, папа? О чем таком важном ты хочешь сообщить нам в 3 часа ночи? Не по телефону. Приходи сюда. Сейчас же. Прошу тебя, сынок. Это правда больше не повторится. Просто сделай для меня одну вещь, ладно? Щелк. Щелк. Разбудить жену. Не будем. Не стоит ее будить. У нас сейчас не так... Не простой период. Просто возьму одежду и... Уилл, в чем дело? Спи, дорогая, спи. Мне нужно к отцу. Это срочно. И ты собрался просто уйти молча? Нечем было будить. Поспи. Поговорим, когда вернусь. Понимаю. Хотел как лучше, а вышел как всегда. Цели и задачи привязаны к определенной местности. Цели отображаются на краю экрана. Ага. Итак, у нас вот такое управление. Право-лево. Батька, кстати, показывает, куда идти. Так, может, батька там... Что? Это не папина машина. Итак, постучай в дверь. Закрыто. А обычный замок. Используется лом или ключ. Загляните в окна. У меня есть ключ или лом? У меня нет. Ключа или лом? Ебать, я еще должен буду все это собирать. Загляните в окно. F заглянуть. Бах. Блин, у батьки дома что происходит. Найдите, чем разбить окно. А где мне искать-то? Сейчас будем искать что. Так. Мне нужно чем-то разбить окно. Боже, что же тут? Я же не могу, да, крутить, я так понимаю. Или могу? Бля, так странно. В спальне никого нет. Понимаю. О, а здесь типа она еще и сама развернулась, понимаю. О, курочки, у вас есть чем окно разбить? Я зло. О, сейчас сначала проведать отца. Понимаю, так может не на Е просто нажать, так и разобью. Ебало, лоби. Нет, никого нет. Где мне искать-то? Либо одну подсказочку дали бы, а? Вот жадина-то. О, кто не бьется. Все навал. Баночки, хуяночки. Бля, пацаны, не нашел. Так, вот эту хрену подвинуть. И вот так. Так. Ничего здесь нету, я так понял. Может, через дверь да, можно найти вот это. То есть, все это время была подсказка, где использовать. Что-то не так. Разбить окно. И разбить окно. Использовать. Все нормально, залезаю. Батя внутри. Найдите отца. Ей искать. Бумажные деньги взять. А вы что думали? Я не буду брать, что ли? Папа, очнись, папа, очнись. О, господи, только не это. Стоять. Что с ним? Он... Только аж подниму руку. Не стреляйте.
Они право хранить молчание, что вы скажете, будет вспомнить против вас. Это мой отец, я не мог. Я не виновен, понимаете? Не виновен. Оу, ой, начало. Прикольно, кстати. Интересно, игра придумана, правда? Мужчина арестован под подозрением в убийстве его отца. Начался суд по делу. Райли объявлен виновным. Я сейчас буду бежать из тюрьмы. Приятель, ты там? Буду молчать, пошел ты. Молчанку, значит, играем. Как мило. Послушай, я знаю, кого там. Мне точно не о чем волноваться. Я же сказал, это наши дела. Ты родня, Дуэйн. Я не выдам собственного брата. Че, блядь? Шурина. Тогда уж, я полагаю, в скором времени будешь на Шурина. Эй, быстрее давай, отца убийца, нам тут нужно позвонить. Это Макой, Джимми, кажется. Я этот изливый голос ни с чем не спутаю. Дашь ему трубочку, я бы с удовольствием этому столпу высказал. Мне кажется, это не самая удачная идея, Дуэйн. К тому же, ты не просто так решил позвонить. Это Эми? Что с Эми тряслось? Нет, я не получаю от нее весточек, кроме много месяцев. Тут что-то другое. Эй, дубина, ты мне дашь телефон или нет? Одной минуты, извини, Джимми. Ты пожалеешь, если не дашь. Торопись, Дуэйн. Ночь, когда ты обнаружил отца, ты видел ту навороченную тачку? Я сообщил копу, это был Базард GTX. Отец в жизни бы такой не потянул, но им было плевать. А ты спрашиваешь? А ты почему спрашиваешь? Какая зацепка? Можно и так сказать. Я прямо сейчас на нее смотрю, припаркована через дорогу. Ты ее нашел? Она здесь, не слишком обучайся, вы владелец пока не показывается. Но я день-день, время прошло. О, лух, вали отсюда, я звонить буду. Вы, черт возьми, не молчи, где ты? Видали, какое неуважение? Никто не смеет себя так вести. Только не делал глупости, вы. Я разберусь, ясно? Я щелк. Вот так вот. Какого ты представляешь, насколько это был важный звонок? Не знаю. О, он ударил его? Ты об этом пожалеешь, парниша. Хрясь. О, драка. Отдал бы мне трубку и дело концом. Прикольная анимация, да? Понимаю. Вы понимаете? Тюремный лазарет через 3 дня. Этот черт в Макой меня тогда чуть не прикончил. Как только выйду из лазарета в общую зону, они с дружками поведут дело до конца. Надо убираться. Не надо Дуэйну эти убийцы отомстить. Травмы почти прошли, никто не видит. Если валить, то прямо сейчас. О, в тюрьме. Слышали, в тюрьме? Бьет стекла. 5 минут спустя. Ничего себе, как мы ползаем. Нажмите левчик, чтобы перейти на бег. Бегите из тюрьмы. Что, вообще сложность есть или что? Я просто по прямой буду бегать. Что происходит? О боже, у нас... Бля, прям как GTA, да? GTA на минималках, о. Как выключить? Чудеса, блядь, проход. Тупой предмет, чтобы взломать. Найдите лом. Лом, где у нас лом-то? День тут? День тут. А, вот лом. О, съесть. Давайте съедим грибов. Понимаю. Вы часто грибы едите? Принятая перед взломом, опытный грабитель сперва заглянет в все окна, чтобы обойти все системы. А я же не опытный. Я сейчас с фонариком хожу. Кому скажи? Найдите, чем разбить окно. Чем бы мне разбить окно? О. Кирпич. Использовать, понимаю. Мы с вами прям опытные грабители. Мало. Найдите лом. Искать. Искать. Кладов.
лун, взять, все возьмем. Так, лом мы взяли. Сбегите через канализацию. Сейчас все будет взломать. Блин, нас вертолеты искали. Как прыгнуться? А, С. Ух, какие мы молодцы с вами. Мы сбежали. Мне почему-то эта игра такая смешная кажется. Такая, знаете, GTA на минималках. Ну, точнее, это даже не GTA на минималках, а GTA вот тех времен первых. Следуйте за отметкой. Поскольку вы убегли, скрывающиеся полиция необходимо, а в внешнем виде переоденьтесь, окей. Скоро все будет запишись копами, нужно стать незаметным. Да бегу я, бегу. О, нормально. Понимаю. Все, вас останут на месте преступления, полиция будет разыскивать подозреваемых по вашим предметам. Блять, что здесь нормально? Почему я в платье каком-то? Блять. Серьезно? Свобода. Чтобы найти настоящего убийцу, нам придется что-то там... А, найти убийцу. Что-то там... Короче, будем с вами настоящего убийцу идти искать. Людей нет. Что, у вас тут есть что-нибудь? Взломать, ушибить. Давайте. Что интересного искать? Кладовка. О, еще лом есть. Фонарик. О, бита. Уже лучше. Чувствуете, да, мы как хорошо. Попить можно? О, пошло дело. Да. Ну, в общем, как-то так все оно и выглядит. Как-то начало было такое оптимистичное. Сейчас оно как-то слишком пустовато, что ли. Все, мы устали. Кстати, вы хорошо бегаете? Вы часто устаете, когда бегаете? Блять, еще машины нельзя. Обойти надо все. В общем, пока я бегу. Я, короче, пока бежал, встретил копов, но они почему-то мимо меня проехали. Это очень подозрительно. Так, Е, войти. Здрасте. Ах ты, Кристина, кретина кусок. Вот как ты родню встречаешь. Теперь сказали не высовываться, придурок. Было же сказано, не делать глупости. Этим утром копы уже дважды тут что-то нюхали. Уилл, я же на условно досрочном месте, тебя застукают, меня упекут обратно. Слабься, глазами успеешь моргнуть, как меня здесь уже не будет. Просто скажи, где ты дел тачку. Уилл! За тобой должок. Ага. Вот так, значит? Отдыхает. Я сообщу, где, но обещаю, что не будешь, все будешь осторожен. Как закончишь, окажешь и мне парочку услуг, хорошо? Ты мне будешь их должен целую кучу. Найдешь тачку и вернешься, тогда меня не выручай. Да и держись подальше от мостов, там повсюду застава. Ты хотел меня избавиться. И разве не боялся, что тебя застукают? И все ж боюсь. Только болтовни, блядь. Блин, теперь телефоны, книги. Окей. Окей. Все. Давайте их пропустим и... Итак, украдите перечень автовладельцев со стоянки. Я принять. Окей. В общем, с вами тачки будем воровать, да? А, найти автовладельцев. Ну что, друзья, собственно, начало вы посмотрели этой прекрасной серии. Если наберете нужное количество просмотров, то, конечно же, продолжу снимать. Всем счастья, здоровья, любви.